По нашей информации из достоверных источников, в 9 часов 15 минут по бакинскому времени операция азербайджанской армии была успешно завершена. Она была проведена в кратчайшие сроки, с высочайшим профессионализмом и ювелирной точностью. Гражданские объекты не были повреждены. Передает телеграм-канал «Калибер АС». Вся армянская военная инфраструктура, которая могла быть хотя бы потенциально использована для провокаций на участках границы в Лачинском и Кельбаджарском направлениях, была разнесена в щепки высокоточным оружием, имеющимся в арсенале нашей армии. И на ее восстановление уйдут годы. По имеющимся у нас данным, потери армянской армии составили от 150 до 200 человек убитыми, также есть сотни раненых. Уничтожены два комплекса ПВО С-300. Техника более чем полмиллиарда долларов ушло на металлолом. Азербайджанская армия обеспечила контроль над рядом важных стратегических позиций и высот в приграничной зоне, которая, как известно, не делимитирована. Также был взят под визуальный и огневой контроль ряд стратегических коммуникаций, проходящих по территории Армении. Отметим, что у Азербайджана нет намерения оккупировать территорию другого государства. Но для обеспечения безопасности своих границ будут предприниматься самые решительные меры. Операция азербайджанской армии «Решительный ответ» была успешно завершена. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.